Ребят, не знаю. Я надеюсь, что они будут стоить по миллиону. Вот по миллиону я бы их, наверное, покупал, если тебе это интересно. Так, я их, пожалуй, тут оставлю. Ну, 2000 возьму, это многовато, но возьму. Мне кажется, во всем этом файте был еще один косяк с моей стороны, но я, короче, вам о нем рассказывать не буду. Кто внимательно смотрел, я думаю, вы поняли, в чем косяк заключался, но рассказывать я вам не буду. Он не так сильно повлиял, хотя, возможно, он и повлиял, но... Оставим это под грифом секретности. Да, слушайте, я мог взять на... 5 батареек больше. На 5 батареек больше. На 5 батареек. Офигеть. Если бы все делал грамотно. Как маяк называется? Lucky Clash, по-моему. В общем, кто внимательный, стрял не вайдаем. Правильно. Я не знаю, по какой причине. Вот реально не помню, по какой причине я зарядил антиматерию. Я не помню, по какой причине это произошло. Я, кстати, не знаю. Возможно, я зарядил антиматерию, чтобы быстрее убить дронов. Возможно, из-за этого я зарядил антиматерию. Короче, очень странно, почему я так сделал и почему я об этом не вспомнил. У меня, кстати, Болгорн тут есть. Хм. Так, ну ладно, поехали. Полетим по тому же Десту, правда там, возможно, профси перед нами проскочит, но надеюсь, что она наши киллы не заберет, которые там остались. Я... О, смотри, в чем фишка. Там был смысл использовать антиматерию только против дронов. После этого надо было перезарядиться на Войд. Но по какой-то причине я был уверен, что я не перезаряжался на антиматерию. А че это за ПВП? Че это за Вексер тут такой? Это какой-то бейт? Или это просто Вексер? Вексер, ты чего? Ты ПВПшник? Вексер. Или это какой-то развод? Мне кажется, это какой-то развод. Я дронов забыл. А можно как-то агру затрейдить? В чем фишка? Это бейт или что это такое? А это пират. А ну хочешь, я тебя отпущу? Я знаю, ты мои стримы смотришь. Это какой-то развод. Мне кажется, там должен подворпать какой-то боухед и скинуть ему корабль. Это как-то так, по-моему, делается. Давайте я на всякий случай погреюсь. Гвардиан? Ну, началось. Не, поеду-ка я в гейт. Вернее, в станцию. Кстати, гвард тут... Ну-ка. Гвард, иди сюда. А ты будешь сразу его откачивать, гвард? Гвард, качай его сразу. Спасибо. Правильно. Нужно сразу откачивать. Но мне кажется, у них есть еще один гвард. Модуль включу, там ДПСа пока маловато. Здравствуйте, мистер гвард. Что там, еще один гвард? Ни хрена себе. Спасатели Малибу какие-то. Спасти Вексера любой ценой. Ну, у меня фалькон далеко, надо было с фальконом приехать. Я бы сейчас гварда забрал. Так, надо сейчас Вексера запоинтить, чтобы он меня не бомпал. А там гварды меня могут бомпать, да, наверное? Надо их тоже запоинтить, в смысле, подготовиться их держать. Он меня дронами дамажит, да? Нет, давай, ты меня дронами дамажить не будешь. Дроны это плохо. Дронами дамажить не надо. Правда, возможно, я не попаду по ним без сетки. Две сетки? Две сетки. Да вот так вот нажать. Где там? Блин, мой фалькон. Ну, мне лениво лететь 5 джампов. Чуть я не попадаю по хаммерхедам. РР-гварды. Ну, это логично, что это РР-гварды. Какие же они еще-то могут быть, если не РР?
Эй, тихо, двигайся туда, пожалуйста, корабль. Двигайся, двигайся туда, пожалуйста. Спасибо. Вау, там появился бомпатель. Ой, ну ладно, слетаю фальконом для себя, что ли. Сук, 5 джамп фальконом. Ну, поехали фальконом прокатимся. Надо дронов, наверное, погрызть. Ну, у меня... У фалькона, правда, только один амарский джаммер. Ну, по идее, это же торговый хаб, я могу докнуться. О, спасибо, что бампнул меня, я хоть по дронам попадать начал. Хоп-гоблина вкинул Вексор. Хороший выбор. У меня там реактивка, наверное, термала накрутила. А, ну доп. Комбинированный дэмэдж накручивает. Видно, у него есть какие-то бластеры. Да я там сам уже почти долетел. Просто лениво срываться придется. Ну ладно. Ой, мисклик. А дроны где? Ты куда дронов дел, Вексор? Ну, дроны появились. А, ну там два хаммерхеда осталось, там уже можно забить. Чё-то его логисты не качают, они на него... Там войд, я надеюсь, на этот раз. А, ну тут антиматерия, он на АБшке катается. Хотя он, по-моему, не катается на АБшке, он что-то стоит. Давайте, парни, время качать Вексор. Время ловить агру гвардами. Ну-ка, дайте-ка я одного гварда за жопку прихвачу на всякий случай. И буду тут Вексор ковырять. Что гварды глупенькие, они на дистанцию не отъезжают. Почему Вексор от меня уезжает, объясните мне. Вексор, ты куда? Вексор, подожди. Подожди, возьми меня с собой. Давай, я в случае чего куплю новый корабль, мне не сложно. Подожди. Мы с тобой еще деремся. Ой. А теперь можно ползти потихоньку обратно. Голубой вагон бежит, качается. О да, тут голубой вагон точно.
Как они кого-то убивают? Как они с этим ДПСом кого-то убивают вообще в хайсеке? Там что, антиматор у меня? Да, антиматор, все правильно. На самом деле, мне кажется, даже если заджамлю гвардов, я его не продавлю. Ну, то есть, там, я не знаю, там слейв сет у бедного вексера. Один крузак в хайсеке. Очень жирный. Ты бампаешь меня не в ту сторону маленько. О, антифармакон, настало твое время. Я придумал, что можно скушать. Можно скушать антифармакон. Мочерель какая-то. Ух ты. Мочерель меня только что просканила или мне показалось? По-моему, мне показалось, но меня только что просканила мочалка. Лол. Серьезно? Возможно, мне показалось. Возможно, нет. Бабах! Так. Где там станция у нас нужная? Так, и надо купить джамеров. Джамера, джамера. Что там, радары, да? У нас, да, радары. О, они продаются. Красота, а? 4-4 радара. Здрасте. А чё вексер не то что кончается, но почему его не откачивают? Я чё-то понять не могу. Так, надо куда-то двигаться, чтобы он за мной полз. Бампарель! Бампарель. На самом деле забавно то, что саспектов в хайсеке вообще никто не трогает. То есть люди реально боятся саспектов по каким-то невероятным причинам. О, вертолет. Подожди, вексер, ты куда? Подожди, постой, ты куда бежишь-то? Рано же еще. Эй, постой, ты куда собрался? У нас тут ПВП с тобой, между прочим. Убегает что-то куда-то уже. Все нормально. Гварды, кстати, плохо джамятся. Подожди, я еще с тобой не закончил. Там гварды джамятся. Ты что диагришься-то? Засал, что ли? Слабак, слабый вексер. У, гварды подокались. Видишь, it's official. Пираты засали без логистов. О, сыкуны. Понятно, понятно. А, мистер Локи, вы едете 1000, вы не можете поймать Фалькон, он едет быстрее.
типикал лолсек пвпшники. Смотрите, он на мочалке андокнулся, сейчас он нам пояснит. Кстати, у меня тут маленько это. Вау! Это что такое? Это как я там оказался, видели? Что, время бустера, что ли? Можно батарейку, пожалуйста, игра? Вау! Смотрите, меня катают! Ноу! Ну, поехали вверх, окей. Ноу! Не меня заблобили все-таки. Там граплер, что ли? Это фраксетка такая длинная. Давай! Едь! Я сейчас не откачаюсь, там мочалка ж далеко стреляет. Давай, катись! Сильный брутик, ты, тебя не забудут. Нет, тебя забыли. Короче, они все-таки справились. Лол, я почти уехал. Я молодец. Трейхаб PvP, best PvP. КБ из грин. Так, ну поехали, купим еще один брутикс. Где-то у нас докбука. Ланимка, ты не очень понимаешь, мне как бы все равно, то есть я куплю себе новый брутикс, а у меня был классный файт. То есть все играют, как бы говоря, все преследуют разные цели в игре. Кто-то ищет файт, и кто-то ищет... Я не знаю, что он ищет, но, в общем, он кого-то хотел убить на Вексере на андоке. Привет, Миша. 100 лет тебя не смотрела. Отпуск был и все такое, точка, 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 соскучилась по ламповым вечерам после работы. Смотря твой стрим, попивая кофеек, удачного стрима тебе. ПС, вспоминаю твой файт, когда один вражеский пилот гейта клил. Келли, спасибо большое. Келли, спасибо. Ты же, Ланимка, знаешь, что я как бы киллов не ищу. Я ищу какое-то противостояние. И когда люди дико пугаются от того, что я притащил Фалькон, а у него 2 гварда, я считаю, что это, в принципе, победа. Когда человек после того, как он не смог меня убить с 2 гвардами, андокает мочалку, чтобы победить Брутикс, я тоже считаю, что это победа. Поэтому все в этой игре ищут разные вещи. Вот и все. Такая простая история. То есть я реально получаю кучу удовольствия, когда меня там капиталами дропают. Это круто. Была велика. Мега круто. Смотрите. Меня катают точка, 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 точка. Офис давно не слышал такого ржача. Спасибо большое, Стик, спасибо. Что у тебя за микрофон, Блюбол? Блин, мы с этой мочалкой комплексы не пофармили. Мне еще взаимную... А, ну взаимные агры 3 минутки. То есть, вот понимаешь, смотри. Я летаю в 3 окна. Я летаю в 3 окна, у меня на данный момент, как правило, индус с батарейками, какой-то батлшип и фалькон. И я летаю на всем этом деле, и у меня получаются там файты, где мы убиваем 13 человек. Ну вот, да, тот пример с Канока. И тут ситуация зеркальная. Чуваку нужно 2 гварда, чуваку нужна мочалка, чуваку нужен вексер. Но по факту 3 активных окна и 4-е бомпающее окно, чтобы убить 1 брутикс. Ну, с фальконом, окей. 1 брутикс плюс фалькон. Это называется ПВП. То есть мы можем поменяться местами, у меня будет 2 гварда, у меня будет бамп-мочалка, у меня будет вексер. И чёт, короче, я сомневаюсь, что Брутикс и Фалькон выживут. Вот прям сомневаюсь. Вот и все. Это называется ПУП. ПУП это не то, что ты в итоге получаешь на борду, не вот эти вот штуковинки. Они, конечно, дико приятные, вот эти вот штуковинки, но по факту ПВП это маленько другое. Мож Сакра... Ну, давайте сокру, блин, я, конечно, мунин на самом деле хотел бы, но можно...
Меня подбивает, честно, купить Мунин. Он как бы дерьмо. Нет, давайте Сокру, ладно. Не знаю, что, Сокру или Мунин? Просто я летать много не смогу. Я через полчасика уже должен уйти, поэтому... Это знаете, там я куплю корабль. Слушайте, а зачем покупать корабль? Тут что-то есть. Что тут есть? Вау. Проблаунчер. А, это Мегатрон, который по вармхолам летал, точно. Можно же не покупать. X-Type репка, Т2 адаптивки, реактор. Да, можно не покупать, можно просто корыто взять. Все под рукой, чтобы время не тратить. Дроны. Ну, я, наверное, вот так вот все-таки сделаю. Да, я сделаю вот так вот и возьму ДПС-комбинацию. Мне она в итоге побольше понравилась. Просто здесь еще должна быть предыстория. Как бы люди, приходя играть в EVE Online, ищут здесь что-то свое. И человек, который разводит на андоке житы на вексере, то есть кого можно развести на андоке житы на вексере? Но по логике вещей, любой другой Т2 крузак. Знакомая рожа. Этот Сизани вечно нас аспект разводит в Додекси. Забей на этот трех. Го со мной пятерки в глупый формат. Манибендер, спасибо. То есть люди, приходящие в проект, чтобы без шансов убивать на Т1 крузаке другой Т1 крузак, ну хрен его знает. Ну, мне кажется, блин, можно... Я просто не знаю, как людей хватает на это. То есть, окей, разводить, возможно, весело, но как людей на это хватает, я не представляю. Потому что... Ну, можно развести кого-то раз, можно развести кого-то два, но на постоянной основе убивать тех, кто агрится на Т1 крузак, то есть других Т1 крузаков, я не знаю. Ну, возможно, это просто какие-то особенные люди, и у меня так не получается делать. Так, короче, здесь должны быть ионы. Правда, сколько тут должно быть ионов, я честно не помню. По-моему, здесь как раз-таки должен быть один ион дополнительный.